сегодня танцы. А в ресторане мало мест, и все теснятся. Сидят подруга за столом и говорят о всем былом, все говорят. А в это время уже играет и льется музыка красивая такая. И первый друг бросает взгляд на стол соседей, подходит даме одиноко и тихо шепчет: а вы так не переживайте, будет все у нас отлично, только не скучайте. Верьте, парень, я приличный, но лишь потанцуйте вы, пожалуйста, еще со мной. А вы так не переживайте и не думайте о грустном, и не убирайте взгляд свой от меня так быстро вашей красотою. Если честно, пьет давно. Уже проходит, а друг второй стоит, нам и тоже глаз не сводит. Терзают мысли в голове его одни: что делать мне, а нас другим? Как жизни сложно, ведь так бывает, когда судьба жестокий выбор нам кидает. Но друг второй наш все равно не унывал, послал записку на витой, где написал: а вы так и не переживайте, будет все у нас отлично, только не скучайте. Верьте, парень, я приличный, но лишь потанцуйте вы, пожалуйста, еще со мной. Не переживайте и не думайте о грустном, и не убирайте взгляд свой от меня так быстро вашей красотою. И если честно, и не одна. Махачкала, Махачкала, ты у подножья гор стоишь, и торги да у над тобой, и море радостный прибой. Кто в Дагестане побывал, тот не забудет никогда, там, где бучили среди скал, течет сулакская вода. Кто в Дагестане побывал, тот не забудет никогда, там, где уезжали среди скал, течет сулакская вода. Встретил я тебя, маяк дорогу освещал, на красоту ты гор глядя, тебе в любви признался я. Кто в Дагестане побывал, тот не забудет никогда, там, где вышли среди скал, течет сулакская вода. Кто в Дагестане побывал, тот не забудет никогда, там, где в очереди среди скал, течет сулакская вода. Ой, ой! Something.
Aşağı şirin grup.